Всем привет, ребят, с вами Алексей. Ну и продолжаются у нас рога и копыта. Все еще. Никак не закончим. Я на самом деле забыл посмотреть на телефон. Кому мы сейчас поедем? Я не помню. Скорее всего, к Отису опять. А дорога больше на него показывает. В прошлой серии мы очень много гоняли. Не знаю, сколько можно. Гонки и гонки, гонки и гонки. На машине, там 100 раз, на великах и везде вообще. Ну а теперь я почетная крава Джерси. Какое-то почетное звание, скажем так. Не знаю, что он дает мне. По идее, ничего. Ну вот что опять? Что опять ты хочешь от меня, я не понимаю. Ну говори, Отис, поговорим. Поиграем в гольф? А ты готов к точному гольфу в девятке? Конечно, Отис. Ну же, Пип, пойдем подзаработаем зеленых. Ты серьезно? А, ну да. Вы помните, да? Об этом была речь. Ну блин, я вот совсем недавно гольф проходил. Это было в прошлой или позапрошлой серии. Ну, по идее, я записывал сразу, как бы часом, и потом разделил, но реально недавно был гольф. Как бы, ну, реально, что так часто-то, а? Ну, гольф, конечно, это самое интересное, но тем не менее. Сейчас он почти бесполезен, потому что нам дают 9 ударов, и это слишком много. А пройти можно намного легче. Сложнее было бы 12 ударов даже. Я не знаю, ну как так, зачем? На время было сложнее, я уже говорил. Не перестану повторять. Так, тихо, тихо, далеко не улетай, далеко не улетай. Можно считать, что я попал, да? Разумеется. Там ведь я ничего не сделаю. Кстати, сейчас я записываю фрапсом. Так, чисто, как бы, для разнообразия. А то у меня сплошные бандикамы. Все-таки, каким бы ни был хороший бандикам, на фрапсе качество лучше должно быть всегда. Бандикамам просто реально удобно пользоваться, поэтому я им пользуюсь. Как бы микрофон там, как бы отдельно записывается звук, отдельно голос, и это реально удобно. Но фрапс записывает лучше по качеству. Реально. Качество у него лучшее, с этим не поспоришь. Самый популярный, как его назвать-то, не знаю, инструмент для записи всяких мувиков, летсплеев, с каких-то пор. Но все-таки, да, бандикам удобнее, а фрапс качественней. Как бы все иностранцы в большинстве случаев записывают фрапсом конкретно. У них бандикам так не популярен. Что-то мы немного отвлеклись от темы. Как бы у нас гольф, все дела. Дальнейшие лунки. Зачетный музончик. Ну, по идее, нужно иногда отходить от темы, поговорить о чем-то еще, потому что у нас тут однообразные уровни, и комментировать здесь, в принципе, нечего особо. Поэтому можно поговорить о чем-нибудь еще. Я бы поговорил более о чем-то серьезном. О канале, допустим, о каких-то изменениях на YouTube, допустим. Но, к сожалению, рога и копыта смотрят не все, и информацию эту услышат тоже не все. Поэтому ты для более узкого круга людей мелочь рассказываю. А все более серьезное нужно рассказывать в подкасте. Как-то легко слишком. Ну нельзя было сделать ударов, не знаю, штук на 5 меньше. Это ведь легко. Рассчитывать просто легко. Вот посередине. Так, там он сам не пролетит.
Он может, конечно, но я силу не рассчитал. Так, вот здесь можно ошибиться. И он пролетит мимо. Но... Да, однако. Здесь реально как бы нужно рассчитывать. Вот в этом моменте, конечно, сложно. О, четко вообще. Прям идеально. Так, это легко. Там в конце мы делаем на полную силу, и он пролетает в извилистое колечко. Я не так хотел. Я хотел, чтобы оно само пролетело. Да вы издеваетесь, да? Ладно. Я хотел, чтобы оно само пролетело и здесь, и там как бы. Такое можно устроить, если рассчитать. 6 у меня осталось. Это печалька. Можно сделать так, вот схитрить. Вот она ударяется, летит в ту сторону и вываливается там, а не здесь. О, вот примерно так я это имел в виду. Только здесь уже некуда. Только напрямую. Не могу не подпевать. Офигенная же музыка. Мы слушали ее уже раз 10, но можно послушать еще. Ну, в принципе, сколько раз мы играли в гольф, столько раз мы ее и слушали. Еще она была на поездке с коровами в прошлой серии. Ну, там она была недолго. Так, просто, как бы, на фоне была. Временно. Здесь ударов больше 12, вы прикиньте. Зачем? Какой в этом смысл? Это не совсем так, как я хотел. Так, ударяйся об эту. Ты ударяешься, оно отскакивает. Так, и примерно посередине, да? Ага. Здесь тоже нужно будет рассчитывать. Потому что она может пролететь мимо. Ну вот, о чем я и говорил. Ага, далеко не улетай, ну ё-моё. Так, как-то вот так примерно. Тих, блядь. О, блин, тут я, возможно, не смогу. О, тихонечко, идеально. Вот здесь тоже можно идеально. У меня тогда было. Когда я рассчитал. И оно пролетело с одного тычка по двум-трем препятствиям. Это было, конечно, шикарно. Шикарно. Нет, только не обратно. Тут не то место, в котором можно было бы сделать, как я сейчас говорил. Ну, хотя бы здесь. Здесь она, по-моему, еще ни разу не вылетала. Ну вот опять. Она могла пролететь, но полетела чуть выше дорожки. Нужно было просто ударять ее чуть ниже там, возможно. Как-то рассчитывать так, чтобы она реально пролетела, как надо. Вот как здесь, допустим. Только там мешается. И идеального удара точно не сделаешь. Да.
Ну вот, вновь и вновь. Да тихо, да куда ж так далеко-то, а? Иди ко мне. Во, в правильное русло идешь. Туда, куда нужно. Лунка 18, последняя у нас. Девяточка сегодня. Вот всегда идеально. Промахиваюсь в начале крайне редкого, прям вообще редчайший промах, может быть. Попробуем. Ну, почти. Ударился. Не так, как мне хотелось. Ныряем. Так, теперь ныряет мячик. Прокручивается. Так же, как и там. О, ну блин, вот сейчас просто одну тычка. И там, и здесь, это было бы просто, ну эпично же. Ну, в общем, ладно, забили мы, финальный. Осталось даже 5 штук еще. Я говорил, много слишком. Много дают попыток. Не нужны они. Это чересчур... 169. Отис, ты в пролете. Каждый гольф я у тебя побеждаю. Везде я звезда. Вперед! Тебе удалось всех здесь отыграть в гольф. А ты настоящая машина для игры в гольф. Хотя ты все еще можешь побить все рекорды. Возвращайся в любое время, если захочешь поиграть в точный гольф в девятке. Есть! Еще увидимся, приятель. Не сомневаюсь. Только давай мы увидимся с тобой не в гольфе и не в гонках. А мне надо бы велик найти, в опции зайти и звук подправить. Готово. Не говорите мне, что у меня на сегодня одно задание на день. Потому что я как бы... Проснулся недавно. Ну, в игре, в смысле. И вот у меня появилась заданница. И почему-то... У меня больше ничего нет. Пришла смс-ка, возможно, меня ждут ночью. Но я не в восторге от ночных поездок. Тем более, что днем у меня не было ничего. Особо-то интересного. Одна игра в гольф. И то недолгая. Вот. Идеально. А где еще? Вот я постоянно что-то упускаю здесь где-то. А вроде они есть, а вроде бы их нету. Да ёп, да иди ты. Ну это нечестно. Я еще и застрял. Хочу тебя увидеть сегодня на скотном дворе. Отис, ты просто издеваешься, да? Мы что, лучшие друзья теперь? Не расстаемся? Куча гольфа с ним и... Вообще... Что-то еще... На скотном дворе, я так понимаю, либо ночью, либо на следующий день. Потому что ждет он меня не сегодня. Не, ну одно задание на один день, вы чё? Это ненормально. Ладно, давай поспим. Где все вообще?
Пес, я хотя все на месте, по идее, кроме пига, я его что-то не вижу. Нашу свинюшку. О, появился. Только, по-моему, не Отис. Отис, Отис. Обознался. Давай поговорим. Только о чем? О, дела плохо. Дела плохо. Очень. Так плохо не бывает, Отис. В чем дело? Я думаю, что эти койоты еще вернутся сегодня вечером. 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 Им нравятся курицы. А мне вот нет. Слушай. Столько куриц на улице. И ни одна не подходит. Я буду нести охрану на холме Бена. Но сможешь ли ты защитить курятник? Учись, пока я жив. Лучшая фраза просто. Нужно занести ее в великие цитаты. Великих коров. По игре «Рога и копыта». Так, это у нас... Ага. Койотов у нас еще не было, да? Что-то новенькое. Это типа этого самого, типа Фредди, который уносил куриц наших. Цыплят, куриц, понятно, да? И ноты тоже самое, яйца выносили. Как бы. Ну что в них серьезного, то есть... А, их нельзя выкинуть? Их убиваешь, и они сами уходят, да? Ты уходишь? Он уходит, да. А ну подожди. Иди ко мне, дорогуша. Ты что здесь забыл? Он, походу, застрял, да? Не знает, куда ему деться. Та-да-ля-ля-лям. Та-да-ля-ля-лям. Так, минус, минус. Гуляйте отсюда. Что-то их немного как-то вообще. Как-то. Я сейчас, по идее, наевшийся, поэтому говорить сложно. С полным пузом сижу. Такое, по идее, редко бывает. Все силы, по идее, отнимает. Койотик! Ты там заблудился, что ли? Показывает издалека. Напрямую. По бокам уже успевают. А там все еще он, видимо... А, он, может, не ушел, типа? Застрял где-нибудь. В такой игре это бывает. Тут удивляться нечему особо. Та-да-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Облил. ХПшечки я не потерял. Вообще, как можно потерять здесь ХП, я не знаю. Они меня, может, укусят там или что. Я просто к ним вблизи не подходил, не обрызгивая их. Как бы опасаюсь, тем более, что они могут успеть зайти в курятник. Не то, что меня ударить. Стою, обороняю. Ага. Еще один. Еще бежит. Ну, в общем, очков за возвращение цыплят я не получу. Но я думаю, тем лучше должно быть, потому что я никого не потерял, при этом вычитываться ничего не будет. А может, я получу очков меньше, потому что я никого не вернул, а за это тоже, по идее, очки дают. Обрызгал я, в общем, нехило, 39 штук уже. Ты куда побежал? Я 40-очку хотел. Пусть так. Защищено, цыплят. 200, очки 239 в итоге. Ну, Бен на шаг впереди меня. Опять 2 бакса. Ну, в этот раз я сам себя опередил. А потом уже Бен, получается, опередил меня. Будучи мертвым. Ух ты, ну ты корова. Эти койоты уже не смогут сюда заходить, когда ты рядом.
Это как если бы я тебе здесь не был нужен. Ты сам все сделаешь. Позже. Лейта, да, Лейта. У него все Лейта. И у нас, по всей видимости, новая глава. Как бы очень короткие главы пошли сейчас. Восьмая. Неожиданное решение. Однажды Отис пропал. Он сказал, что больше не хочет, чтобы кто-то выполнял его приказы. После этого новенький отказался в очень сложной ситуации. И, походу, его назначили главным, да? Бена нет. Отис ушел. Отис ушел. Спойлерить не буду. Как бы кто мультик смотрел или игру проходил, они знают, что будет. Так, у меня денег немного, да? 419. Я бы что-нибудь прикупил или съездил по 5 монет набрал, чтобы купить танцпол, допустим, а то как-то все время-то идет, а игра скоро закончится, а у меня проценты все еще не полные. Так, ну чё, я сплю снова, да? Потому что, опять же, у меня сейчас заданий-то никаких нету. Ничего не появляется. Господа суслики мне не дают заказов на принесение разных вещей. Или, может быть, пока я не принесу им те вещи, которые они просили раньше, толку ждать новых сообщений нету. Так, Майлз. А во! Достать немного сливок, сегодня платим вдвойне. Сливок, значит, да? Ну... Не помню, сколько стоят сливки, но попробовать стоит. Сегодня ночью сходим, проверим. Давай, сливочки. Молока сделали. Так, взять, взбить, это я уже забыл на самом деле. Давно не занимался этим. Сливки. Есть. Есть сливки, 3 штуки. Я так понимаю, мы продадим все. Они как бы являются ингредиентом, но... Я уже давненько ничем не пользуюсь. Не делаю пирогов, не делаю этих самых... коктейлей. Когда соберусь, вот тогда я снова возьму эти ба... Как они называются там? Не баллоны, а... Блин, забыл, как называется, серьезно, забыл. Бидоны, по-моему, да? Бидоны. Вот. Потом возьму, наполню их... Сделаю себе сливок. А пока что смысла не имеет. Допустим, они... Случайно. Допустим, они стоят 5 монет. А я получу по 10. Если у меня их будет штук 5 или 10, то 10 умножить на 10, да? Это будет почти сотка. Ну, это немного, по идее, но, тем не менее, нам хватит. И сотки я не нарублю, потому что... У меня 10 штук не будет. Тут молока столько нету. Да, блин, я пробел... Путаю пробелы, F. Бидоны, вот они еще, 3 штуки стоят. Повезло мне сегодня. Везунчик, заметил. Вообще, моментально просто. Один раз встряхнул, и все, вот те сливки. Сделал 3 раза, и вот те масло. Идеально ведь. Легко и просто. Никаких трудностей. Так, ну, в общем, 9 банок сливок, или не знаю, чего-то там, но у нас будет. Сливок у нас теперь хватает. Так, с той стороны их нет, да, ведь, по пути. Поэтому там подниматься не буду. В общем, все. Сливки. 9 штук у нас есть. Потом сходим, потом сделаем. Наверху еще есть, по идее, где-нибудь. Возможно. Не факт, но возможно есть. Но проверять я не хочу. Мне лень. Сейчас мы поедем к нашим дружкам. Хотя, по идее, там заказ всего один. По-моему, у Майлза, да, ведь? Только не еноты. Ну, ё-моё. Это по-любому они, ну 100%, я прям уверен. Как бы с ними разных заданий не бывает. Ничего нового не придумают они, по-любому. Это еноты, опять. А может и койоты там кушают, не знаю, овощи. Я крайне сомневаюсь, конечно, потому что...
Ага. Нет. Нет. Это не одно и то же? Неужто? Ну, расскажи мне давай, хотя стоп. Сейчас я залезу на вышку. Там есть сундучок. Там либо монетки, либо золотая лихорадка. Ну, в смысле, жетон называется, там символ золотой лихорадки. Чё расскажешь? Дай мне знать, если увидишь енотов в нашем амбаре. У нас еще одно дело по саботажу енотов. А на этот раз до овощного участка так и не дойдет вода. Постой, разве еноты не любят овощи? Никогда не говорил, что они умны. А ты не мог бы взять наш металлодетектор и найти каждую из этих утечек? Ну, конечно. Теперь мы будем находить утечки постоянно. Все. Началось новое и старое одновременно. Я с помощью металлодетектора в душе не знаю, как там им пользоваться и как искать эти утечки, потому что... А, ну, в принципе, он мне не нужен. Он же говорил, что утечки будут вести к этому самому к участку овощному. Поэтому ищем на пути к нему все утечки. И я думаю, проблем особо не возникнет. Я по-другому не найду никак. Это непонятно, сложно, невозможно. Так, ну, не мешайтесь мне. Я ни одного не вижу. Ни одной утечки. Нигде нет. Это означает, что мы сейчас поедем другим путем. Металлодетектор, думаю, все еще пока что не нужен. Мы прогуляемся вот сюда. Возможно, реально стоит использовать металлодетектор, только потом появится какая-нибудь утечка. Нигде здесь нет никакой утечки. Что это означает? Что я делаю что-то не так, либо утечки могут быть еще и в другом месте. Как вы думаете? Что-то не сходится. Как бы реально. Съездил, не нашел ничего. Так, там наверху мы не были. Там, по-моему, нельзя пройти. Не помню, не пытался, по-моему. Да, ну не застревай ты в пустом месте. Так, ладно. Возможно, где-нибудь здесь. Точно, да, здесь. Вокруг этой местности. Тут еще и рецептик. Упрятали. Осталось немного, еще 3 штуки. Лимон, яйцо, мука. Лимон, яйцо, мука. О! Вижу. Велик мы где? Ага. В общем, на лугу одуванчиков. Утечки. Эти ребята снова здесь, и, возможно, потом они мне предъявят опять. Хотя, по идее, нет, мы с ними договорились, что решающая уже поездка, и больше мы на великах не гоняем. Я на них надеюсь, что этого больше не будет. Так, еще одна. Где она может быть? Я... не вижу ничего. Сейчас мы детально проедемся и детально все осмотрим. Есть ли где-нибудь утечка? Возможно, последняя будет как раз-таки на овощном месте. Это почти очевидно будет. Ну да, по пути. Близко, в общем. О, и сразу. Отличная работа. А не думаю, что они попробуют это снова. Ну, еще увидимся. Вот, золотой жетон. Хоть что-то. Так, новые миссии. Новые миссии. Я как бы одно сделал всего. За день одно. Вы не шутите так, а? Они пошутили опять. Сливки, я знаю. Приходи сегодня на лужайку одуванчиков, Бесси. Окей.
Наша корова-негритянка. Почему одно задание в день, а? Они издеваются, что ли? Почему я должен постоянно спать ходить, а? Такой короткий день. Вот не было такой день, блин, в колледже. Одну пару в день. Я был бы рад, конечно, вообще.